Если что, там кто-то уйдет, могу пойти за место него. Мой школьник тут. Максим. На него фулл сет. Чё? Ирландец, сколько ты можешь за... задеть? Ирландец. Агро на него. Шмотки разролились, нет? Не вижу. Или Саня все забрал? Не-не-не. Саня, тебе Вадик не писал? Нет. Что-то у меня написал дорасти, блядь. Саня, не-не-не, ты все забрал или что-то? У меня просто отражается, что ты только роботский лут забрал. Все забрал. Все, понял. Что, Накс, да, остался у нас? Да. Угу. Давайте курнем, наверное. Минут туалет, туалет, быстренько несем. Ну, окей. Только тогда, это, да. Ребят, при условии, что дальше перекуров не будет. 5 минут ставить? Да, давайте 5 минут. Что, будем завтра пробовать 25-ку собирать или уже не будет? 6 человек нахуй подписано. Для завтра по факту увидим, будет она, не будет, типа. Собирать-то будем, просто по факту посмотрим. Ну только это, те, кто там в 198-м шмоте хотят попасть, не попадете. Сразу говорим. У меня 187-й есть. Ну, плохо. Не, просто у, блядь, были такие ребята, что там три. Кто Гавай, я, еще пара людей клинками, бля, в топ-5 ДПС были, это как-то, ну, не очень. Надо побольше ДПС, а то мы на лотхибе опять захлебнемся и все. А где Хау, бля? Он был же в рейде. Бля. Ну, он был ДЦшником, бы сейчас в гильдии ливнул ДЦшником. Ну, Хан здесь его же. ДЦ ходит. В смысле? Че там, бля? Че за хуйня? Ну, уже предстом пошел в другую куда-нибудь гильдию шкулил. Здесь-то, видишь, вторая не собирается по факту, чем бы проще там с кем-нибудь сходить. Мне почему-то даже кажется, я знаю, в какой гильдии он может быть, если он предстом ушел. Еще посмотрим. А, он вообще без гильдии, понятно. Мне Мабуту нравится, нахуй. Оделся, нахуй, все. На курор съебался куда-то. 17 дней уже нет. Ну, красиво, блин. Смойте кто-нибудь, те. Не стоит. А, бля, перекур же, ебать, я хули сижу. Еще 2 минуты. Тыкните это, присмойте. Есть тут. Че, Саня, кому лапки ушли? На робу. Ничего никому. Можешь ЕП за эти инсты дать, и пока будем трэш чистить, разролить это. В смысле? Ты все дал. А ты дал уже? Да.
Кому? Всем все равно. А, скреп без этого? Да, да. Без EIP. Скреп без EIP. Это 200 EP? Да. Если сейчас разролим, а потом уже по аддону будет раскидывать. Сейчас это весело. А мне это вспомнилось. Да есть руки. Давайте что. Тут QX. Ну, QX нету. Слишком далеко. Время еще у пацана. 30 секунд. Мне, кстати, это понравилось, конечно. Смерть одного роги. Сразу вспоминая слова Гавайя. Когда я не помнишь, спорили, блядь. Да не умираю я, не умираю, блядь. Да ты пока дохнешь, да не умираю я. А завтра 25-ку во сколько будете собирать? Так же? Ну, в календаре время есть. 13. У меня почему-то не отображается. Ну, не видно на завтра. Вообще ноль событий. Пиздишь? Блядь, тебе что, сфоткать? Нахуй ты пиздишь? Конечно. А, блядь, я потому что на пятое число смотрю, понял? Я пукашься, блядь. Это, Лёха. Алексей. Ну? Это на аватарке твоя жопа? Нет. У меня волосатые. Бля, я думал, ты побрил. Лизнуть хотел, блядь. Нет, сука, не получишь. Слышишь, Лёха, ты чё, пойдёшь сейчас, если агрессив просит, чтобы его заменили? Сейчас пойдёшь? Ну, плюсуй в гильдии. Ну все, QX здесь можно этот. Бля, ну мне начинаю, дадите, да, одну минуту перекура, блядь. Да иди все, быстрее уже. Все, 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 сейчас. Лол. Знаете, в ромбик обмен побыстрее. Парола буду. Че, военный квартал первый? Нет. Владимир, вот ты не поверишь, но вот здесь видишь, глифа прыгает такая на корове, а тут шкафчик. Да, так, тебе нужны руки и ноги? Руки, да, ноги я бы на успехах на какого-нибудь медведя бы забрал. Я все-таки доебу админов, и они сделают второй, ой, четвертый спек. Удачи. Кристалл. А что, разбойникам не нужны ноги? Жестко. Разбойника, что ли? Ну, друиды это. Подожди, посмотри. Ну, никто их не ролит. Че, давайте год рэш чистить, блядь, хуля фукаша. Ну, надо же это... Давай разролим. По пути роль. Но они не будут им прилетать в сумки. Так, мы же в военку идем, да? Сразу, мы сейчас по ЕПГП же будем. Кстати, дайте рыбалку. Никому не надо, да? Голову. Нердер топовая, по-моему. Подожди, мы что, мерзость или военку пойдем? Че мы пойдем? Да, это все за ГП пошло. Военку, военку. Суф. А, головной упор. Все тут. О,
А, все-таки этот? Мерзость? Чума. Мерзость? Не знаю. Уже куда пошли, туда идите. Так, получается... Тринька. Двое, да, только? Вон, вон, перешел. А, кстати, сейчас 5 хилов надо или можно побить, подамажить? Верните, по Гаргуля. Найс, блять, кот он на заднем фоне такой пиздец. Нет, не зай микрофон, не надо. Это просто пиздец. Два вот таких честа есть. Надо будет этот просто в правило Сань добавить, как мне кажется. Все, кто не РЛят, вырубают нахрен микрофон и ставят кнопочку. Блять, грудак-то хэн, только, блядь, вот если бы не MP5, блядь. Ну да, согласен. Дениска, и так кнопочка стоит. Ну, у кого-то стоит, у кого-то нет, потому что постоянно посторонние звуки, и не ОРЛов, нифига. У кого-то ДБМ заорет, у кого-то там собака загавкает, еще что-нибудь. Ну, есть это у ОРЛов которые... тоже есть. Такое бывает, как бы. А у вас постоянно, блядь, они, блядь, бывают. РЛ они ведут рейд, им войс нужен для того, чтобы нажимать кнопки и говорить одновременно. Ну, человек нечаянно нажал, может быть. Так не один человек нажимает. Разные люди. Верните Гаргулью, которую мы бьем. Которую мы бьем, ферните. Которую бьем, ферните. Ебись, блядь. Паладин, что за проблема? Окей. Они две другие ферни. Какая хуйня. Понял. Можно еще эту каску поприставить? На третий спек. А вон срез. Ребята, короче, пока она не кастует, можете не фигать, в принципе. Не отвлекаться. Ну, за исключением второй. Вторая пускай все время бегает. Срез, рыло. Еще вот такая есть. Хуй-то. Что, никто не ролит? Почему? Он ретрик шарит. Не, как бы... Я бы ее тоже взял на кота, но мне на другие шмотки пока надо. Саня, срез, которая тебе нужна была первая, вот которая мастерство и повышает. Ну, он там написал, что он ее сначала уступает. Офспек у него уже. Ему вышел. Да, зарядился. Ага. Сань, потом если что, дашь? Ну, конечно, я вижу, что вы ушли. Руки забрал, получается, срез и рыл. Еще две шмотки осталось, ребят, я уже скоро присоединюсь. Воза. Через задон все намного. Я вот не знаю, это пока Т7 нету, на ретрика пойдет башка это? Вот у меня... Хотя там меткости нету. Хуйня, наверное. Не, на ретрика лучше с ОС башка. Но, правда, на нее, скорее всего, будут желающие. Ну да. Я бы этот грудак не брал, конечно, но... Этот токен что-то не падает. Грудак. В принципе, если у тебя приора нет нифига, то можешь взять. Ну, в том плане, что она нахрен никому не нужна. И... Ну, вон, хант вроде. А там не две головы было? Не-не-не. Хант, да ладно. Там два грудака было, тканевых. Два так, получается,
В ромбик киньте мне сейчас обмен сразу же. А можно это каску на плюстов еще? На 200 получается. И рыбу, если есть. Слева ставлю рыбу. Трейд. Молодец. Уже 200. Срез еще обмен. Срез обмен. Я даю. Маги бафните? И тут. Ты мне не тот токен даешь? Ты на робо дал мне токен. Да ну нахуй. А я рыло дал, получается. Ну и пусть забирает тогда что. Ну не знаю, сейчас посмотрим быстренько. Блять, я думал они. Там грудак был, и я бы. Мне перчатки только дали, мне больше ничего не давали. Ну и все, забирай. Ты мне даешь грудак на холипала. Какой тебе? Ну, там на танка был. Ладно. Это просто уже все отсортировалось, пиздец. Руки нужны кому-нибудь еще вот эти? На рогу, на мага там. Нечаянно. Ты, получается, два раза, да, их заролил, эти перчатки? Не знаю, сролил, просто я тебе то, что так передал, я не дал тебе сразу ГП совсем. Долго стоим. Очень. И получается... Сука ебаная, кому ты что-то не дал? Какой молодец, точно. Фу, ебучая хуйня. Все аддон этот ебаный включили, я думаю. Давайте, короче, начинаем. Рыба там прямо. Все, есть уже. Че, мне подамажить или пятого хила спекнуться? Это кто? Ретрик, этот воид. Хил ретрик. Да, спекнись в ретрик. Че, это же манекен, да? Ну, да. Когда он телепортируется, сразу не вдамаживайте, дайте танкам агро набрать. Хотя бы, блядь, 2 секунды. Вот скажешь, как готов. Я ДБМ пул даю. Ну, роги на пул держите, на его телепортацию. Готов, готов. Без геры просто. Всей дури тут. Амбассадор, а можешь ПС покидать в Абу-Даби? Ну чё, у нас второго танка нет, что ли? Ну, трэш. В смысле? Я просто смотрю, сова трэш-танчик. Какой он трэш-танчик? Да. Одного моба? Ну, на всех троих танчила. Ладно, хватит вам, чего это. Босса-то зачем? Босса забери. Лиза поверь. Там босс гуляет по рейду. Ладно. Сорифагра.
Нет, в чем прикол? Бар его забрал, я ему написал, когда трэш вышел. Бар трэш, если ты видел, там сова танчила. Я такой, окей, пусть танчит босс, и я за трэшем побегу. Нет. Ты бы озвучил это. Я, блин, вижу, что так босс сорвался. Я забрал его, чтобы он не бил Лока. Я пишу. Говорите, не надо писать. Зачем тогда Дискорд? Ты свой. Да видно, ты написал вар трэш, я пошел на трэш. Че ты тупишь? Просто босса забрал. А потом этот, блядь, он забирал его обратно. Ну ладно, короче. Я забрал, потому что агро сорвалось. Уи! Там не срывается, там просто босс периодически обнуляет. Поэтому кто-то вы хуярит, просто по КД, блядь. Уи. А смотри, посмотри, от кого эти звуки идут дополнительные, чтобы ему... Ну, от танка, блядь. Идите, чистите трэш, да. Модель ресну. Ладно, я с модель ресну, так и быть. Это боешка, Сань. Боешечка. Нахопал. Не, нормально стоит. Да хуй знает, чек. За 10к покупал. А? Когда? 2 недели назад. Сколько стоит? Он сейчас так же стоит. Ну, а стоит, короче, верит. И лохнусь, у меня подали ТП, это команда исчезла. Гнев небес там пропекайте, по-моему. Они же животные все. Ой, пиздец. В натуре животные. Те паладины животные, блядь. Я резко. Спасибо. Я фуру, я... Бля, я про мобов имел в виду животные, чё вы на себя-то сразу пало? Чё мной тварь добили? Элизабет вспомнил, чё за босс? Так, ставлю рыбку. Там, где прыгаю, ещё корову, кому надо, ешьте. Чё, подстраховать его или фурить? Да, а ну что там много отдаешь? Потеряли. Ну, больше, чем там. Лок, отведи своего пэта, прям норы бесит. Останься на всякий случай. Так, это. Там, по-моему, какое-то животное там сидит.
А, это корова. Сука, нажимаешь интеллект, все тринки нахуй сразу включают. Все на готовность. На пол, да, что же, чат? Да, да, да. Срез. Саша. Срез. Я пока шаманов к медикам запихну. Ну, арчи, во всяком случае. Для тотема. И вот так. А если я сдохну, я сгорю нахуй, блядь. О, кстати, да. Давайте никто не умирать. Вот этот человек, который сейчас сказал, он умирает постоянно. Он во втором рейде в 25. Давайте никто не умираем, а он умрет. Он 100%. Я сгорю нахуй, блядь. Я чувствую, я с ним полягу. Я тоже еще ни разу не выжил. Ну, шаманы знают тотем защиты. Ой, блядь, тотем очищения ставят, чтобы вся мили-зона автоматически диспелилась. Че, он пришел или ГП там ему уже дадут? Запятая, что-то у меня. Сейчас куда-то делся. Сейчас захожу. Секунду. Что за хуйня, блядь? Понял. Тут все. Все, да? Все тут. Красавчики. Васса. Арчи, сам нажмешь Геру. Рыло, только ты не нажимай. Хорошо. Да, на пулемете. Пошла вода в Иркутск. Говорю, напуливайте, блять. Случайно кинь Инер сразу. Слип тоже там при оказии. Элизабет, ты забыл как танчить? Ты так умереть можно. Ближе к боссу стань. За проблемы постоянно. Телепортация сейчас 10 секунд. Сейчас вот стукнет, и все будем спускаться. Побежать. Да ты побежал. Вернись обратно. Бля, ну это пиздец, Лиза. Кто врет, тот гей. Ебать. А чё за хуйня? Метка, да, не так стоит? Далековато стоят. Да, далековато. Если ровно в метку заходить, все нормально. Все, можно. Сука. По сути, это есть. Должно быть похуй. Так, я пока босса подержу, БРники этого танка, бля. Я подержу. А, ну окей. Тогда я пойду БРом. Так, сейчас. А я не умер, блин. Кто я? Я.
Я бывают разные, блядь. У вас тут 24 человека, я. Я это я. Он это он? Да, да. Ну, Элизабет, запоминай, как водить надо. Блядь, мы еще раз бегать будем. Да. Суфа, у тебя БР остался? По идее, да. У Слепкота тоже остался. Но я подержу, на всякий случай. У тебя тоже есть БР? Да-да-да. А. Вставайте ровно в черепок, типа. Там 10 секунд еще телепортация, куда он? Сейчас все в череп. Да какого хуя? Да, недалековато от платформы просто. Да я что-то не знаю, не понимаю. Я, короче, понял почему. Короче, надо... Красная. Нет, короче, смотрите, ропу какой. Прыгать нельзя? Не. Вот, короче, где красная метка, и чуть правее вот эта хуйня, да, вот эта, ну, трещина, блядь. Угу. Короче, ну, надо бежать не по трещине, блядь. Ну, понятно, там же метка стоит. Надо бежать. Просто вот я бежал, я прям краем своих хитбоксов трещину задел, походу, блядь. Которая хуйня, это лужа, которая сзади взорвалась. Типа, и, не знаю, она просто меня задела, блядь. Надо бежать так, чтобы убегать, короче. Их. Сразу резайте, не стойте ФК, сразу резайте, идем трэшить. О, тренька, дайте мне треньку, сука. Подойдите, танки, ну. Блять, у нас все РДД лежат, глазики кто? Танки будут. Тихо, больше не берите. Не надо брать, убейте этот трэш и все. И резайте. Босс. Нахера он? О, это мне надо. На посох. Так, это там я, Арчи, кто там еще внутри? Там у кого-то пепкой побежал. А там еще вот. Ну тут Арчи. Да. И стринь. Ну кто, блин, ну вы... Да там какой-то агрет. Давайте бастик, залейте, не разбегайте. Там просто один глаз сагренный, на него пэты бегают периодически. Вот, могу метку поставить на глазик, вот звезда. На него бегают пэты. Я агрет, всё. На срезы этот, пришел рез? Нет. Они уже все сагрены. Бля, пиздец, что, тринку забрали, да? Ёпта. Да, ты был следующий. Ладно, все, уже пошли, будет. Я... А, нет, сбился, сбился. Блять. Ну что, танк есть, ДДшники есть. Пойдемте, РДДшники, облазиком, блядь, танки по этой хуйне. На ходу бахать. Сейчас давайте, пока боя нет, кого могу нож воткнуть. Так что по рельсу вдвоем лежим тут, блядь? РДД по глазам. Ну когда бой резаю, не резаю я. Комбата, если нет, резаю. Срез, блядь, порезал нахуй ножом, ёбаный рот. Ох, какая музяка-то заиграла, блядь, ебать. Срез, а ты стакаешь раскол брони? Да, он стакает. Сейчас бы варом ходить не стакать. Их дохуя, блин. Да, хера не нужны пуга. Ну так пуга. Кто дышит? Рот тычет.
Хотя Арчи, ну... Давайте рыбку, то есть... Огурцы поставьте. Не знаю, обострёшься. Чё такой грубый? Хилас пикните, кто там сейчас в 4 хилаш. Моими огурцами точно я не буду ставить. Вы меня в патик хилап затолкали, чтобы я им ману давал? Нет. Тут меняли хилов, чтобы у нас этот был диспел от тотемов. Просто это моя аура на группу дает 5% маны, если вдруг кого недостаточно маны. Да, тут маны нормально у всех. Все, поели, пробафали, встаем сразу. Каску ману или баф? Рибаф. Блядь, я хочу письки помериться. Саня, достань огненного сделать. Так, у меня есть еще 15 сантиметров. Какого так, больше? Блядь, тут что, аносить этот, там, подхил, блядь, говорили какой-то момент. Надо. Да, Дим. Тебе Саня можете заанонсить? Не переживай, все скажет. Достань сделать, слышь, пачку. Последний. Так, для тех, кто здесь новенький, когда Саша называет ник и просит пропеть гимн, не гимн на ману, а гимн на ХП. Да, не, я, блядь, сколько раз сюда не хожу, то сервер выключается, то еще что. Ошибки прошлого, блядь. Давайте на готовность. Первый Элизабет. Вот приз, который амбассадор, ты знаешь, что такое ПС? Дание сил, кидай на меня. На Абу-Даби. А чё шпору не кидается, блин? Он вот это в миле разбивается, и чё, разбивается, да? Еще одну надо. Прям у вас идет. Разбилось нам? Да. Давайте Геру. А чё Гера? Арчи, Геру. Хорошо. Слепки Нина. Да. Суф тоже кинь Нина. Есть. Thank you.
огурцы. Сейчас ли территорию скажу, начнешь пить гин. Хорошо. Давай, пой. Чай на инер, пожалуйста. Женек, на следующей хуйне такой, я тебе скажу, нажмешь. Дим, КП. Нажимай. Уже нажми. Да, правда, после, правда. Того, после такого меряния письками как-то писька падает, да? Такой, хочу помериться, хуяк, восьмое место. Так у меня гир, блядь, хуёвый. Это нормально вообще. В военку идем сразу. Кстати, этот... Еще раз спасибо, что ты меня на того феррала наткнул. Блядь, я тут больше восьмерки не давал никогда, даже с истерией. Вот видишь, восьмерочка уже. Кистевой, левая рука 1.6. Ну, я просто 7 мастерства срезал, ДПС вырос. С токена идет 213. Нет фералов, никто не апал. Они как были, так и остались. Че, разувия дамажить или хилить? Разувия? А, военки. Ну да, которые этот по кругу пускаем. Сейчас посмотрим, бля, дальше, бля. У нас танки есть. Плечи. Хотя у нас крестов столько, блядь, что проще нахуй через этот, через стандартный. Сань, я плечи это случайно, если что, нажал. Бля, почему у нас рекаунты разные? Вот у нас я, у себя я четвертый, то, блядь, 8.8. А здесь я 8.5. А остальные хотя все а правильно. Кардон есть кнопка сторон и неэффективный тип. И оно. И там помогает. Опять типа пет не учитывается, и тотем, и там. А же еще и от пинга, и от прочей хуйни тоже зависит. У кого-то ты столько надамажил, у тебя там другое будет. Пачку звон, смотрите, забирай. Это нежить нужно кликать, гнев. Это гуманоиды больше половины. Это все, по-моему, даже. Там есть, там есть. Вот эти вот, которые табурены. Это вообще рыцари смерти, в принципе. Только единственный, конечно, минус, это из-за... Как его, блин? Из-за того, что на 7 мастерства меньше, в АУЕ урон упал прям сильно. Потому что дофига размахов уходит в эвейт. А в соло таргет, да, вообще пух. Меняешь мотки? Не, я просто этот по... Этернолобскому, так сказать, фералу оделся. 20 мастеров. А что, ты ферала у Этернолов смотрел? Ну, меня он безвредно направил. Мы спорили насчет того, что нужна метка с фералу или нет. Оказалось, все-таки нужна, а вот мастерство можно пренебречь. Ну, как бы меткостью тоже, но ниже 240 ее не стоит с ним снижать. Потому что тогда уже... Просадки будут по ДПС.
До конца туда веди их. Собирай следующих и еще следующих. Давайте сейчас аккуратно. А на пульте вот эту всю шушеру и под лицом у нее не бегайте, пожалуйста. Да. Ну тут плюс-минус поставили, заливаем. А сколько остальная шея прокает на СПД? Какой прок у него? 280, что-то 9. Да, что-то ближе к 300. 270. А физически? Там 400. Пусть его порезали. Ну, типа один хуй. Это индище. Побежали сразу к следующему. А, или что, мы тебе не будем допустить? 287, если быть точным. Ты СПД, да? Да. Ну, только я попнул. Ну только разую нормально, ну, перетаунчивайте, чтобы, блядь, он не бегал. Блядь, ну да, ну, я ну, точнее, хочу, чтобы были именно те люди, кто знает, что делать. Чтобы он по кругу хуярил, а не, ну, типа, не вперед-назад. Элизабет, мораль у тебя, да, там есть какая-то, ну, блядь, хан, пуля ли? Ну, Рога, блядь, школьник ему же ГП давай. Да не-не-не, он Ваня прожал. Уже Арчи, блядь. Никому не дам, убивайте. Да не, его надо пулить, а то, блядь, по-любому кто-нибудь там, знаешь, назад там во время боя бежит, блядь, еще запулит его. Ну все, чем так и сделали. Сейчас все сделаем. По-любому кто-нибудь назад забежит, поэтому, блядь, я возьму на себя эту роль, блядь. У нас 1:20 времени, пацаны, мы должны уложиться за 1:20, надо в темпе сидеть. Мы и так проебали, я вам скажу, 40 минут, если что, мы проебали, просто проебали, 40 минут. Вопрос, что там, в танках, мне кажется? Мораль. Ты так оттанчишь? Потанчишь. Угу. Срез, Элизабет и мораль. Давайте. Отставил. Отставил, хочешь стать? Ну, там уже спекус. Ну все, тогда давай отставил. Поставьте меточки, чтоб красиво было. Хочу меточки ставить. Вот это опять... точно вред. Ну, в краткости напомните, что я один раз просто был, блядь. То... Сейчас все увидишь, что ничего. Сейчас нам метки поставят, будем держать одного ученика и просто по очереди таунить босса. И все, по кругу его пускать. Да, ну ты ебашишь. Я ебашу, ладно. Да. Че, я метки поставил. Так. Блять, как же жизнь упрощает вот эта хуйня. Метки на полу. Ну, пожалуй, самое лучшее, что админы Сируса сперли слафы. Ну что, все готовы? Без, а как же наги, Вульпера? Первый, давай. А кулак можно попалом, кстати? Что-то кулака нет, нихуя. Я не готов. Спасибо. Арс, это косяк. Блять. Просто вставайте согласно меткам и одного себе этого ученика забирайте. Ребята, танки. Поехали. Дайте немножко поставить, не врывайтесь сильно. Дайте вот, чтобы он начал ходить. Слишком. Поздно, Марк, поздно. Берни. Бернул среза.
Сразу ему это, бафните срезы. Срез попробую так же. Марат, чуть быстрее надо. Он не успевал даже бить. Он идет, ты уже его. Ну, надо было, чтобы он дошел. Ну, ты понял это. Угу. Ты думал, ходил урон выдержу. Не-не-нет. Там нормально. Только на него. Да, красавчик. Да-да-да, так. Так, ну что, ДПС мы подняли нахуй. Ну, срез, что там за проблема? Ладно, я тогда вместо среза поставил. Да, все нормально, я просто ученика пытался. Зеленый, зеленый, зеленый. Зеленый. Сейчас. Я, короче, забрал. Ладно, я тогда еще вместо. Странно, вот кому встаю, те тупить перестают. Как так? Я не могу в четырех местах стоять. Все, вот красиво. Во-во. Вообще, во-во, идеально. Блять. Занька. Вот, сука, Санька. А куда он? Ты же видишь, что он на мне, и почему он сразу идет туда, к Вару? Непонятно. Ну, Вар не забрал. Забрал. Ну, понятно, я пил. Он корявый какой-то. Вар? Мне минус 50 тысяч прилетело. Нечаянно Берни. Ну вот и мне так в прошлый раз. Вар! И атакует вас, написано, и он стоит возле тебя. Да, только, блядь, таунта не было, поэтому он меня приводит. Во. У тебя символ-то стоит на 8% меткости таунта? Да. Сработало. Я его не нашел, кстати, на аукционе, блядь. Я стоял, смотрел, а ни черта на меня нет. Да их полно на аукционе. Ну после РТ посмотрю. А че я втаривал штук 30 было? Ну я на прошлой неделе смотрел. А не вчера. Не сегодня. Он просто иногда косить начинает. Дальше бежим, бежим. Блять. Ой, а сапожки я бы взял. Нихуя. Нихуя. Нихуя себе сапожки. Ну... Блядь, мне тринка нужна, чтобы ходить. В этом рофлу, блядь. Сейчас посмотрим еще три босса, где она может упасть. Как бы, блядь. Почевая фраза может. Сколько всего? 4 выпало. А чё? Чё? Вот, о, сука, чё ты с ТПСом? Вообще, блядь. Я демон. Демон, блядь. А, ты демон. Тут локи вообще, походу, в любом контенте, блядь, топ ДПС, блядь. Пиздец. Да не, всегда, вообще везде. Ты 4, блядь, то же самое. Не всегда топ ДПС, блядь. А не хватит, да, в ДК везде. Это, блядь, скажи аркан магов Т4. Ну не, они не топ. Ну, они о, топ, но там. Ну, не в топ 5. Да он спокойно топ 1 заберет, если ему там, будет. Там, понимаешь, в чем суть этого Т4, там агро. Если под него играть, а инеры заливать, там не удержится этот маг. Они, ну, просто агро ебать генерируют. Ну да. А для чего нам нужны на пулы и где три танки? Не, нихуй, не, там... А, блядь, там, ты вспомни там... тот видос с этими, с асгардами на X3, где маг там, блядь, по 100. У нас, маг, у нас был гильдии маг, фейк. Мы когда бурстил, мы когда мы на него играли, его никто, его ДК Т4 не мог удержать, он срывал, блядь. Аркан? Да, Аркан.
там, ну, это механика такая. Я не знаю, ее починили сейчас, может, ну, типа, я не видел, но мне кажется, нихуя не починили. Он так же выиграл. Не, ну, просто, знаешь, когда, блядь, все там в рейде давали какую-то херню, и просто макс 100 с лишним тысяч, блядь. Херню, блядь, у нас, ну, не знаю. Я говорю конкретно про тот видос, когда люди еще даже толком в Т4 не оделись, а они уже, блядь, мага разогнали до 100 с лишним на бурстем. Не, ну, это в счет можно даже не брать. Это ненормально. Надо на нормальный радио смотреть. Я даже не представляю. А еще что за маг, брюли, там, усилки? Ты же экстри, блядь. Обычный маг. Там, ну, в... столько, да, обычный один маг, брюля, блядь. Усилки там. Это обычный маг, то есть не брюлевый. Нет, это на этом, блядь, на брюле. Там понятно, что ДПС увеличено. Меня, но, блядь. Это было мощно. Ты, блядь, на X2 был такой лох Кощей. Он в Т4, нахуй, в 250-м у него тики вот этой хуйни высасывания души были по 200к. У меня в Африке по 160-160. 200к он хуярил, прикинь, за там один тик. Подпро... А тикало, да, у него, дай договорю, да, да. А тикало у него каждую секунду. У него было, да, 1520. Я знаю, это разгоняется, ну, проками было. Ну да, там все у него расписано в гайде, как пить, как что там, блядь. Это уже не работает, это уже пофиксили. Один хуй там все будет Африк хуярить, так же будет. Африк уже не так хуярит, чем он не так уже хуярит. Фаермагу, какие там этот сет получше будет? Где? Т-10. Ну, Т-10? Т-4 или Т-10? Нет, Т-4 фаер не играется вообще. Там либо там Фрост играется и Аркан, ну, в большей степени Аркан играет. Ну, Санька в Росте играет. Давайте на секундочку. Т4, 2, Т10. Секундочку, внимание. Давайте первая, третья пати вот тут остаются, где сейчас стоим. Вторая, четвертая направо уходит. По хилам здесь остаются Амбассадор и Ладомир. Суф, Войд и Рыла. Войд, спекнись в этого. Uh-huh. В Ретрика. И тоже направо уходи. Суф и Рыла направо тоже. Ретрик, да, правильно? Да. Через Е. А ну хуй ты всех локов-то направо послал. Чек на готовность. Нажимается все. Сейчас погоди, мне тут Элизабет пишет баф. Да там, блядь. Я, ну, могу, блядь, уже запускать. Попросил уже. Сейчас можно опять пиздеть все, чем угодно. Че, мы сейчас просто это долбим и все, да? Но не тебе. Быстро закрыл. Я думаю, надо ответить. Я его найду, блядь. Может, это в один кемп поближе встанем. Сань, скажи честно, готовился к этой шутке? Конечно, готовился перед зеркалом. Какая шутка? Прибауда. Шутечка. Бугагашечка. Бугагашенька, пардон. Ну, сегодня уже быстрее, как бы, чем прошлое. Когда вы горели. Ну, типа, смотрите, мы проебали 15 минут на перелетах. Тупо просто на перелетах проебали, да, на сумонах. Ну, 15 минут. Еще 20 минут мы проебали, когда, блядь, в Наксе. Вот зашли в Накс, блядь, с этим разрывом, перерывом. Вот, вот, посчитайте просто. 40 минут никуда, вообще в никуда. Да больше. То есть, ну, этот контент, он настолько быстро проходит, что пиздец, блядь. Ну, еще этот Саня хилевший такой, блядь, давайте перекурно. Чисто 5 минут людей его отнял. Я пришел через 2 буквально. Да он просто знал, что ко мне доставка приедет. Ну, короче, создали это, когда QX в рейде умирать перестанет, то сразу уйду выпустят.
да, тебе пуху? Кто-то на бутылку уебался. Я не экстрасенс, но мне кажется, это паладин. Кстати, возможно. Какой из... Давайте выясним, да. И как мы это выясним? По запаху? По голосу. У кого голос изменился, тот и... Шестому чувству, бля. Кажись, я его услышал только что. Учую. Сейчас Гавайи не хватает. Он бы шутканул что-нибудь веселое. Ну что, завтра будем? Ну, фиг знает, да должен быть. Ну, в принципе, что до 2:25, я думаю, что таки так и соберется. Ну, завтра по-любому будет, типа, там, не знаю, не фул гильдейский, мне кажется. Да, не, ну, лучше вот это, а ОС, там, вот эти все дела. Вообще, в идеале, чтобы просто это были гильдейские, хуй с ним, даже там будут какие-то хуёво одетые челы, но чтобы фул рейд был гильдейский. Да Чинкан Тайбл, я думаю, еще. Если кого-то будет не хватать. А Чинкан, ну, блядь, я не знаю, я лично ненавижу пугов вообще. Терпеть не могу в гильдейских рейдах пугов. Можно охуенно сделать. То есть просто собрать чисто гильдейских, пронести тех, которых мы убиваем, а всю остальную хуйню уже потом добрать пугов. Надо пронос прийти и взять, типа, блядь, мощных людей 205+. Потому что им уже в основном ласт нужны. Ну, как вариант. Так, 10 секунд до перефаза. Я, если что, завтра своим мощным шаманом приду. Своим не своим, в смысле? Я новый шаман, да. Арчи качнулся, шаманов. Блядь, я застрял. Потому что кто-то слишком много ездит. То есть если ему газ сбить, он вообще ничего не делает. Что, мы его переведем здесь в комнату? Потом, ну, сейчас он к нам придет, и мы его переведем, скорее всего. Прям разъебываем, пидорас. Чуть-чуть не хватило, сразу туда бежим. Бля, так-то у меня уже Африк скоро будет готов, блядь. Чё орёшь? Пацаны, вообще охуеть. Вы хотите охуеть? Вот просто охуеть, хотите? Ты бы шмота дамажил? Я вот с этими тринями дамажил, блядь. Вы понимаете, блядь? Кстати, я это видел, нахуй. Думаю, как-то ты странный. Я думаю, а что мы с ДПСом, блядь? Бля, посмотрите, какой офигенный. О, блядь, пожалуйста, по-братски уступите, блядь. Я хочу сапоги одеть с этой трини, блядь. Сорян, братан, мне нужно одеть. Не, ну по-братски, блядь. Мне кажется, у тебя трики нихуево такие. Вот у меня вот эти. Так я вот эти вырыли, я их не смогу типа одеть. У меня типа сапоги с хитом сейчас на мне. Типа, блядь, да тут еще до тебя, Макс, как до луны. Только этот, блин. Не забирайте у ДЦшника. Да уступите, блядь, вы чё за... Казалось, она падает постоянно. Столько нужно. Ну, эта тринка 2КД вообще не падала. Да, но она сколько ГП, блядь, ЕГП это, блядь, надо на неё? Какого ГП, блядь? Ну, блядь, вот этой хуйни, блядь, я до сих пор не разобрался просто. 300... Блять. Пока что. Вообще их надо нролом давать на самом деле по консу. Эти тринки, они топовые будут и вообще, ну и. Ну так короче, и было вначале. Раз Монай так сделал, уже до ульды будет так, хуй с ним. Не будем ничего переделывать. Как есть, так есть.
В льде будет по-другому. А Манаевич живой, нет? Говорят, что у меня вроде тоже там были вот эти ЕКПшки. Говорят, он завел все шахтеры, кидает ему уголь. Мне кажется, что шахтеры, блядь, его жопу копает. Туннелит. Сука, я курну, наверное, где мне сменить. Че? Кажется, он сказал слово на букву К. А какие-то еще бомбы манекены? Мекс на манекен? Лоскутик. Значит, на лоскутике померяемся, блядь. А, кстати, квест вы шарили квест людям? Кстати, а можно его два раза шарнуть? Я сейчас это... Вот, кинул предложение. Так, я релоуд прожал, сейчас расшарю квест, у кого нет. Я прожал уже. А кто тринку забрал? Сука, по-моему. Ну, просто у меня 11%, блядь, меткости было. Почему там спекаться? Так она и нужна, типа, чтобы ты, короче, без нее, типа, не сможешь другие шмотки одеть, потому что там, типа, хит убирается. Так у меня вообще нахуй не было, блядь, меткости, сука. Так кто там нахуй эту хуйню дает? Офиген, блядь. За луку всякую предлагаю. Пиздец. Связь с бездной, блядь. Шо, мешок с тобой. Так, офиген, я тебя сейчас укушу, блядь. Комбатя, блядь. Ледяную цитадель. Ебать. Сильно. Блять. Зачем ты вопрос вообще хранишь эти квесты в журнале? Нормальный квест, чувак. Чё там? Где там? Чё там? Да харе, ребят, ну реально. Всё. Арче. Кому там спекаться в танках? Ну, кто спекался, в принципе. Да, принес Монти только. Жалко. Mm-hmm. Бля, мне кажется, какого-то бафа не хватает. Еды. Чё? Ладно. Раз уж такая движ Париж, вот вам, пожалуйста. Синие меточки, еда. Элитный блуфиш. Какой-то бычара прошел по нему. А, это Арчи. Сука. Все, да, все, расходились. Сиделись, да, уже?